Организацию профессионального обучения и дополнительного образования для граждан предпенсионного возраста в Магаданской области обсудили в правительстве региона на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Программу реализуют в рамках национального проекта «Демография», который был разработан и утвержден в соответствии с майским указом президента в прошлом году на 6 лет. С помощью нее в Магаданской области можно обучить не менее 480 человек. Для этого предполагается использовать три основных механизма – направлению органов службы занятости населения, путем возмещения работодателям средств, потраченных на обучение своих работников, и через союз WorldSkills. С 2019 года органами службы занятости населения работа по реализации этого проекта уже начата. Специалисты направили работодателям по всей Магаданской области более 1000 предложений по обучению граждан предпенсионного возраста. Большинство из них отказываются от участия в программе из-за нехватки средств для направления работников на обучение. Учитывая, что здесь у нас присутствуют представители работодателей и профсоюзы, все-таки хотелось бы, чтобы вы в своих коллективах тоже поработали. И я в прошлый раз обращался, сейчас еще раз обращаюсь. Все-таки, чтобы граждане, если работодатель не желает, допустим, принять участие, то хотя бы, может быть, граждане непосредственно пусть обращаются в центры занятости для прохождения такого обучения. В феврале этого года специалисты Магаданского центра занятости населения подготовили перечень востребованных профессий для обучения граждан предпенсионного возраста. Ознакомиться со списком можно на сайте Министерства труда Магаданской области.